Я думаю, что здесь, конечно, это награда, не моя личная, а награда всего завода, всего трудового коллектива. Выпуск «Вепри» из ДОКа стал событием для всего коллектива судоремонтного завода. А работы такого масштаба на Нерпе проводились впервые. Все 6,5 лет над модернизацией подводной лодки трудилась ведущий инженер-конструктор Яна Смирнова. Когда необходимые работы в ДОКе были выполнены и настала пора отправить «Вепри» на испытания, женщина-инженер изъявила желание провести все 52 дня под водой вместе с приемной комиссией. Сомнений не было, что нужно идти в море. И я, конечно, очень счастлива, что военное руководство это разрешило. И, к счастью, мы вот осуществили такие серьезные ходовые испытания, проверили ходовые качества корабля и тот объем работ, который был сделан заводом в течение периода ремонтного. На службу «Вепрь» отправился в августе этого года. Проводы субмарины стали значимым и трогательным событием. Все, вот она выходит. Ирина Михайловна, посмотри. Господи, помоги. «Вепрь» не единственная масштабная работа Яны Смирновой. Она участвовала в утилизации аварийного «Курска», модернизации сухогруза «Яуза». За 27 лет работы в ее послужном списке появилось 25 атомных подводных лодок. И медаль Министерства обороны за трудовую доблесть – награда действительно заслуженная. Анастасия Степанова, ТВ-21+.